Очевидно, удары российских самолетов по боевикам ИГИЛ приносят результат. Телеканал CNN начал вбрасывать информацию, что на территории Сирии скапливается российская техника для наземной операции. Несмотря на то, что Владимир Путин ранее отвергал возможность привлечения наземных сил для ведения боевых действий, CNN настаивает на своем. Дескать, два неназванных чиновника в Пентагоне сообщили, что артиллерия и установки реактивных систем залпового огня уже находятся на территории Сирии. Что это может быть за техника и для чего предназначена, своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился председатель Союза геополитиков России Константин Сивков. Для проведения наземной операции в Сирии нужны какие-то более-менее серьезные группировки сил. Смерч, если там доставлены, это, конечно, здорово. Но вопрос упирается в то, что, во-первых, насколько это достоверно смерчи. Вполне возможно, что эти смерчи доставлены для того, чтобы вооружить сирийскую армию. Там ведут противоборство группировки, которые по масштабу относятся к фронтовым. То есть это как минимум на два порядка больше, чем то, что мы там развернули. Поэтому единственным способом, который позволит решить эту проблему благоприятным для России направлением, то есть обеспечить разгромом ИГИЛа, это до вооружения сирийской армии. Москва несколько раз заявляла, что ведет официальные поставки военной техники Сирии. Так что ее сейчас будет все больше и больше. И мы можем увидеть еще не один раз фотографии и даже видеозаписи работающей российской военной техники. Главное понимать, кто на ней работает. А вот то, что Россия не будет участвовать в наземных операциях своим личным составом, это очевидно, уверен эксперт. Сирийские военные – это люди мужественные. Они 4 года ведут войну. Они имеют огромный боевой опыт. Я не думаю, что в условиях вот этой специфической войны они существенно могут уступить нашим войскам. И потом там уже и так имеется 150 тысяч. Если мы привезем еще 2 тысячи, то никак не появляет на ход этих боевых действий, а вот оправдать американцев военное поражение может легко. И американцы этим и занимаются. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».